А это со своим папа не пошел знакомиться, да? А, нет, девчонка. Матери бдят. Попробую, купила гриндер, по-моему, это называется. Хочу попробовать когти им подпилить. На маникюрную процедуру, ребятки. Ты хочешь на маникюрную процедуру? Вот это понятно. Я хочу котяток немножко с маникюром попробовать. Страшно, да? Понятно. Видимо, с ними. Ума, ты дашь маникюр сделать тебе? Дай клап. Ну да, да, я просто попробую. Нет, по старинке принести, да? Ну дай маникюр сделай. Классно так спиливает. Вот. Дай маникюр. Боится так. Все, поняла. Страшно, страшно. Сейчас принесу обычный когтерез. Хана, ты дашь? Ладно, я поняла. Ну, Умочки, два коготочка мы подпилили. Хотя в целом я не стригу рысьих когтей, потому что они точно как дерево, а как бы они прыгают, бегают, оно им надо. Поэтому. Что за краса у меня тут? Что за краса? И ты у меня краса. Ну, сейчас принесу. Обычно надо. Котятка ваших брать, они очень когтистые, очень. Вы только собираете когти, они еще нет. Кошка моя любимая. А какой ты такой киска даже могут? Сильно-сильно. Благо их можно сильно-сильно, они прям это нормально к этому относятся. Да. Вы что с вами шерсть? Жарко, красиво, жарко опять. Мои плюшки. Красивый страйпер. Три полосочки ровненько идут. Принцесса мой вылизывает мне тоже ножки. Сейчас схожу за когтерезом. Ай, не надо мне когти точить, кукла. Принцесса, ты королева, что ли? Так, не кусай. Иди сюда. Иди к нам. Иди к нам, Кузан. Мои хорошие, любимые котяточки. И ты самый любимый котенок. Пока Хана не слышит, можно такое говорить. Похоже, кто-то надогонялся. Надогонялся, не бегает больше за тобой. Устал бегать. Ну, бегался с Алиской. Теперь покушать. Давай покушать и сейчас спать. Алиса кота немножко пообшикала, водные процедуры у него были. Булочка, говорит, тоже хочет. Алиса, котенка!
у него чаще кормление, чем у второго рисенка, потому что он чисто на молоке, а тот на рекавере. То есть он там примерно ест уже 3-4 раза в день. А здесь, конечно, каждые там 2 часа, 3. Потому что молоко быстро усваивается. Кисуся, бегите ко мне. Давайте шутки попробуем. Старым добрым дедовским методом подстричь когти. Это муж очень у вас хороши. Очень. Ну, я понимаю, что тебе не нравится. Все понимаю. Мне тоже не нравится. Ой, вот да, вот то, что не подстригал. Сейчас. Ну да, побегай, отдохни. И сейчас тебе вторую его. Ну просто они очень-очень острые у тебя. Очень. Да, очень. Да. Чуть-чуть давайте. Давай, веди второго сюда. Иди ко мне, да. Сейчас тебе тоже. Давай на мамке спокойнее. Смотри, на самом деле, спокойнее. Мамка, подожди, ты как антидепрессант была. Надо же когти достричь. Да, вот, тик-ток можно. Буду еще желательно видеть, что я стригу. Надо еще тесто. Давай проверим. Ты ж моя. Ты принцесса. Ну просто. Давай. Так, нам бы еще с тобой задние как-нибудь. Ты тоже очень острые. Очень острые. Стоп. Так. Унк, отвлеки-ка. Умочка, отвлеки ее. Да. Сейчас. Да, я поняла, что с тобой, скорее всего, будет в этом плане сложнее. Я быстро. Я понимаю, что мне нравится, что все это дело не нравится тебе, да. Да, я все понимаю. Все хорошо. Да. Вот ты вот так не хочешь ложиться, да? Не хочешь. Ну ладно себе. Ну я понимаю, не нравится. Ну когти подстричь надо. Тут очень царапаются, очень царапаются когти. Ты, конечно, неугомонный парень. Да, неугомонный парень. Я понимаю, да, не нравится. Вот, ты ж мой. Какой ты молодец, какой ты смелый. Побегай, ладно, и возвращайся. Вот, ты мне несешь, давай. Спасибо. Доставочка. Так, что у нас с тобой тут осталось, принцесса? Подожди. Она. Успокой свою. Стой. Ну чуть-чуть осталось-то, господи, чуть-чуть осталось, принцесса, чуть-чуть. Жарко. Целая эпопея, а там подстричь когти. Ну, одно просто сложно, если так кто-то держал, а второй подстригал, было бы удобнее. Здравствуйте. Все, он тяжелый на меня. Давай, иди сюда. Обидчивый ты. Ханна уже шея начала зарастать после обработок, всего. Я все равно еще обработала. Причем никакого раздражения, никаких там насекомых и так далее мне нету. Даже под микроскопом смотрели. Ну иди сюда. Ну, давай мириться. Давай с тобой мириться. Вика.
Ну, в принципе, и не ругаюсь, скажу. Ты видишь, какие красивые такие готочки? А вот это тоже. Все, задник завтра. Обещаю. Завтра задник. Все. Побежала. Ну иди сюда, иди. Да все, я не буду, я же сказала, завтра продолжим. Сегодня больше не буду вас мучить. Сегодня он девчонку домучил, значит, сегодня затискиваю девчонку. Да, я здесь. Девчонка твоя здесь. Вышел. Так, ты все еще здесь? Ну иди. Вот бывают же разные характеры, реально, насколько обидчивый. Вот что у котят, которые выкормишь, кто-то прямо обижается, кто-то нет. Вот девчонка вообще не обидчивая. Ну иди сюда, иди. Иди, чего ты кричишь? Иди. Так, Ханна опять потащила ее. Назад в будку. Нечего гулять.